Влюбился в жену знаменитого отца. Ушел из жизни 26 лет при невыясненных обстоятельствах. Незавидная судьба единственного сына Георгия Данелия. В 1959 году на свет появился единственный сын известного кинорежиссера. До 12 лет Николай носил фамилию матери Соколов, так как родители официально не были расписаны. Николай был единственным и долгожданным наследником. Вокруг него крутился весь мир. С детства начал сниматься в картинах своего отца. После окончания школы поступил на режиссерский факультет. В театральной студии Николай встретил красавицу Марию Богданову. Вскоре девушка оказалась положении. Мария и Николай взяли разрешение на регистрацию брака и расписались. На тот момент они были еще несовершеннолетними. На последнем курсе института Николай влюбился в третью жену своего отца, Галину Юркову. Галина боялась оставаться дома одна. Сейчас придет Коля, и неизвестно, что произойдет дальше. 6 декабря 1985 года в дом известного режиссера постучалась беда. Ушел из жизни его сын Николай. До сих пор неизвестна официальная причина произошедшего. На тот момент Николаю было всего лишь 26 лет.